Раков Александр Васильевич, уверенно, мужественно, бил ненавистного врага, наш земляк-коммунист Раков Александр Васильевич. На Курской дуге. Он спасал города и села Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Югославии. 26 октября 1944 года за 110 боевых вылетов и большой урон, нанесенный противнику, за мужество и отвагу Александру Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза.